Это просторное помещение – Центр реабилитации и интеграции инвалидов. Людмила Игнатьевна взяла это помещение в безвозмездное пользование в Комитете по имуществу. Сегодня с проверкой к ним заглянула Счетная палата. Учитывая, что муниципальные нежилые помещения предоставляются безвозмездное пользование в аренду, предоставляются в оперативное и хозяйственное ведение, мы предметом нашей проверки является соблюдение порядка передачи вот во все виды это пользования муниципальных нежилых помещений. Работают они здесь без арендной платы, оплачивают лишь коммунальные услуги. Некоммерческим организациям это заметно упрощает жизнь и дает новые возможности для реализации. Очень помогает, это достаточно очень выгодно, потому что нет арендной платы. И в принципе идут навстречу все энергоснабжающие ресурсные организации, они понимают, поэтому поддержка очень большая. Очень большую поддержку на себе ощутили и предприниматели, взявшие в аренду нежилое помещение по улице Тобольской, 1. За него они платят арендную плату, но гораздо ниже рыночной стоимости. Мы долго искали, разные варианты рассматривали, ходили по бизнес-центрам, смотрели вариации, в общем, сломали голову. В этом случае комитет по имуществу создает такие условия, там и процентная ставка на 10% ниже арендной стоимости помещения. И этим мы воспользовались. Требования к таким арендаторам достаточно простые – оплачивать вовремя и соблюдать порядок. Должна заключить договор на коммунальные услуги, на страхование имущества и проведение текущего ремонта. Соблюдение этих условий является предметом сегодняшнего нашего посещения данного адреса. Все условия здесь соблюдены, а значит и работать они могут спокойно еще долгое время. Екатерина Елистратова, Сергей Костенко, Новости дня.